Спорт на льду на телеканале РГВК Дагестан, в студии Гаджимурад Зайудинов. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о развитии дзюдо в Республике Дагестан, о планах на сезон 2019-2020. У нас в гостях Магомед Раджабович Джафаров, президент Федерации дзюдо Республики Дагестан, четырехкратный чемпион России, победитель универсиады, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы в командном зачете, участник Олимпийских игр в Афинах. Салам алейкум. Ну, алейкум салам. Ну, практически все я вспомнил. Если что-то не вспомнил, то не обижайся. Вот, во-первых, поздравляю тебя с избранием на эту ответственную должность президента Федерации дзюдо Республики Дагестан. Это, наверное, еще и дополнительная ответственность, потому что за тебя проголосовали практически все члены Федерации дзюдо Республики Дагестан. Да, ну я бы хотел поблагодарить, конечно, в первую очередь ребята, которые проголосовали за меня. Да. И, вы знаете, география дзюдо в республике, она обширная. От границы Самура до границы там, с Чеченской республикой и горной части республики. В федерацию уходит около 5000 человек. И для меня, конечно, остается загадкой, почему у нас результат настолько упал за последние там, 4-5 лет. Но мы будем с этим работать. У нас есть определенные наработки. Я думаю, что в течение 2 лет мы будем исправлять ситуацию. Конечно, для нас сейчас самое важное, чтобы наши земляки, дагестанцы, участвовали на Олимпийских играх, которые будут в 2020 году проходить в Японии. И, к сожалению, у нас одна кандидатура, Абдулджалил Абдулла, 66 килограмм. Если не ошибаюсь, твой вес. Мой вес, да. Парень достаточно техничный, очень быстрый. Да, и сейчас мы, наверное, скорее всего, будем прилагать все усилия и будем работать только над ним, чтобы наш парень попал на Олимпийские игры. Ну, должность ответственная. Вот кого избрали вице-президентами, потому что одному тянуть такую лямку, наверное, очень тяжело. Вообще, где проходила эта процедура избрания? Процедура проходила по приглашению министра физической культуры и спорта Магомеда Юсуповича. Мы все это проводили в Министерстве спорта. Да, поддержал и министр мою кандидатуру, я бы хотел поблагодарить. И по поводу вице-президентов, ну, все те ребята, которые знают дзюдо изнутри, и, ну, буду называть фамилии, это Алиханов Ахмед, это Гасанов Джамал, это Магомедов Хасильдар, это Джафаров Ирасхан. Все эти ребята будут мне помогать. Сейчас я им дал поручение, чтобы они были именно в процессе тренировочном, чтобы они все это видели, как это все это ведется. Есть ли у нас перспективные ребята, и вообще, есть ли на кого обратить внимание, кому помочь. Поэтому вся эта работа, мы только вот начинаем этим работать, заниматься, потому что наше дзюдо находится в упадке. Нужно говорить о реальных вещах, потому что в свое время мы все время, у нас был такой интересный спор с вольной борьбой. Чемпион страны у них, чемпион страны у нас. Мы привозили по 3 медали, они привозили по 3 золотых медали. И тут здоровая конкуренция между видами спорта. Сейчас этого нет. Вольная борьба где-то далеко, высоко находится, а мы, к сожалению, отпустились. Поэтому, я думаю, работы много. Есть что исправить. Вести там селекционную работу, работу с тренерами, патриотическую работу, не знаю, воспитание этой молодежи. И вот был сейчас на турнире в честь афганцев интернационалистов и видел там такую историю, что парень борется схватку, проигрывает, в общем, ну, реально проигрывает схватку, и он начинает предъявлять какие-то претензии судье. Вы понимаете, судья для... У нас все-таки есть этика дзюдо, судья для нас неприкасаемый. Такие моменты. И моменты, когда играет гимн, государственный гимн нашей страны, люди просто, меня это поражает. Они даже не встают. Почему так? И это наши спортсмены, это их родители. И, возможно, они будут представлять нашу страну на международной арене? Да, ну, возможно. Скорее всего, и будут. Но с таким вот воспитанием, я думаю, что им там делать нечего. Потому что, выезжая за пределы нашей республики, наши спортсмены – это наше лицо. Может быть, это неудовлетворительная работа наставников? Тренера порой не могут справиться с учениками, поэтому я думаю, я слышу такое, что ученики могут и ругаться и с тренерами, потому что тренер – это второй отец.
Я вообще не представляю, как можно голос повышать на тренера. Как вообще можно себя вести так? Поэтому воспитательная работа, я думаю, что мы и займемся этим. Мы соберем большую конференцию, соберем всех наших тренеров. Мы будем об этом говорить, будем ставить задачи, приоритеты. Ну, я думаю, что это большая работа. Будем все к этому готовиться, будем ее проводить. А каковы основные задачи на 2019 год ставить перед собой федерации? И каковы главные приоритеты, может быть? Основные задачи, ну, как и у всех видов спорта, попасть на Олимпийские игры. Хотя бы, чтобы нашу республику представляла хотя бы один человек. Тот же Абдулджалилов Абдулла. Ну, других у нас кандидатов нет, к сожалению. А приоритеты? Приоритеты, я думаю, на 2024 год Олимпиаду, подготовку. Как минимум двух участников к этим играм. Будем готовиться, будем работать над этим. За последние годы у дзюдоистов Дагестана накопилось немало проблем. Может, отсюда и некий спад в результатах наших спортсменов. Какие главные проблемы на сегодняшний день? Ну, мне все-таки кажется, это квалификация преподавателей и тренеров наших, скорее всего. Главная проблема исходит отсюда, потому что, готовясь к чемпионату страны, все условия им созданы. В принципе, таких спортивных комплексов я не видел нигде в стране, честно говоря. И базы, наша база ЦОП олимпийской подготовки, то, что базируется в Сулакской зоне, я считаю, что это одна из лучших баз в стране. И все наши школы, как вы помните, мы-то занимались в каких условиях? Где-то продувало, где-то было холодно, где-то было жарко. Но результат у нас всегда был. Но это можно вспомнить плеяду, когда успехи показывали наши Руслан Гамзатов, Магомедбек Алиев, Рашид Ибрагимов. Условий не было, но были результаты. Были результаты. Твоя плеяда начала 2000-х. Ну, вы правильно отметили плеяду наших ребят старших, что они для нас были всегда примером. Они были профессионалы этого дела. Потому что в спорте, как вы понимаете, мелочей не бывает. И лишняя трата энергии, она приводит потом к таким результатам, которые мы сейчас имеем на данный момент. Даже, может быть, тот маленький спор с судьей. Да. И он тоже повлияет в будущем на этого парня. Поэтому все-таки воспитательная часть, это, по-моему, основная. А с тренерами, ну, мы будем сейчас смотреть результаты, дадим определенное время к будущему чемпионату страны, и потом будем с них спрашивать. Если же не будет результата, мы будем менять весь состав. Главного тренера по взрослым, молодежный состав, в принципе, и по юношам. Будем предлагать более молодых, которые готовы и могут работать. А у нас таких ребят здесь в республике предостаточно. Вот насколько устраивает вас новая база вот, на берегу моря Анжи, где созданы все условия практически? Не практически, а созданы все условия реально. Потому что я в свое время обговаривал этот вопрос с Федерацией, Российской Федерацией, Федерацией ЗУДО Российской Федерации, с президентом Федерации, о том, что мы будем проводить здесь один из этапов подготовки к чемпионату Европы, чемпионату мира, Олимпийским играм. Это сборная России или сборная? Сборная России. Ну, я думаю, это дополнительный импульс для наших ребят. Увидеть там звезд, легенд дзюдо, подержаться за них. Поэтому будем над этим сейчас работать. Подготавливаем все это. Ну, я думаю, что в ближайшее время все это будет у нас в республике. Ну, основные поставщики медалей в копилку сборной Дагестана это традиционно были столичные дзюдоисты и дзюдоисты Кизылюрта. Насколько сейчас нужно расширить географию дзюдо в республике? Ну, как я сказал раньше, географию дзюдо республики расширять уже не надо. Она практически во всех горных частях республики, не говоря уже о городах наших, и на границе с Амуром у нас, и в Агуле, и в Дербенте, и в Каспийске, и в Кайкенте. В общем, я могу перечислять всю республику. У нас она обширна. В нашу федерацию входит около 5000 человек. Я думаю, что это достаточно. А вот нет такой некой, может быть, обособленности, скажем, Южного Дагестана от столицы?
Но в этом еще нужно разбираться. Почему она есть? Ну, эта обособленность, наверное, все-таки не исходит от Южного Дагестана. Эту проблему надо искать здесь, в центре. И мы ее найдем, и будем с этим разбираться. Потому что, когда проходят определенные турниры или соревнования, если мы видим, что... Мы еще будем разбираться с судьями. Если мы видим, что судьи относятся предвзято даже к детишкам нашим, то ну, о каком ЗДО можно говорить? Конечно, есть какие-то определенные обиды у Южного Дагестана, потому что они не попадают на турниры, не попадают на сборы. И там немало талантливых ребят. Вы как знаете, что... Камал Хамагомедов, наш парень, да, представляет Южда. Единственный парень, который, ну, пока он не шел на тренерскую стезю, на кого мы там надеялись, который давал нам результат. Поэтому таких ребят там у нас много, и все-таки нужно обратить внимание не только на юг. Там и Хасавюрт, и Буйнаск, это и Агульский район, и горы нашей части. Поэтому мы будем сейчас всем этим разбираться. А вот когда проводят сборы, скажем, наши сборные юношеские, и молодежные, и взрослые, Юждак привлекается? Хасавюрт или как-то вот все это обособленно проводит? Махачкала отдельно, Кизилюрт отдельно? Нет, ну, в плане сборов все это проходит, скажу так, что приглашаются все наши территории, все тренера участвуют там. Понятно, что там не могут участвовать все спортсмены, а перспективные, молодые, которых мы там будем натаскивать, на которых возлагаем определенные надежды. Я думаю, в этом плане у нас разногласий не будет. И не было, по крайней мере. А федерация планирует провести, может быть, в этом году какие-то семинары, может быть, для наставников, для тренерского штаба, для судей? Да, мы планируем. Я в свое время, это 2 года назад, обсуждал этот вопрос и с главным тренером страны Хасанбитау, чтобы мы здесь проводили эти семинары. Он подтвердил, что он готов. Сейчас это все на стадии разработки. Как мы это все обсудим, пригласим и будем проводить эту работу на местах. Вот насколько тебя, как президента Федерации Дзюдо Республики Дагестан, устраивают те результаты, которые показали наши воспитанники в прошлом году? Там есть чемпионы Европы по молодежке. Неплохо идут легковесы. Да. Отстаем мы в тяжелых средних весах. Ну, традиционно легковесы у нас всегда были впереди планеты всей. А ну, в тяжах, я думаю, все-таки это селекционная работа. Потому что я, опять же, возвращаясь к теме судейства, если мы начинаем судить не так, как нужно, несправедливо, неправильно, тот же там перспективный парень, он бросает этот вид спорта, и потом нам приходится начинать порочный круг, начинать все сначала. Нужно навести порядок в судейской нашей коллеги, разобраться с этим в первую очередь. Все должно быть справедливо и открыто, я так считаю. Потому что без этого никак. Сломать психологию там 9-10-летнему ребенку, я думаю, и родители не захотят потом связаться с этим видом спорта. Грубо говоря, у кого нет спины. А, ну, скажем так. Потому что без этого никак. Но мы будем все эти стереотипы ломать. Я думаю, что мы с этим справимся. А вот где поставлена работа на высоком уровне, скажем, в Махачкале, в Кизилюрте, в каких школах? Какие наставники работают на уровне? Кто устраивает федерацию? Ну, давайте начнем с юга, скорее всего. Там у нас в юге поставлена работа очень неплохо, достаточно хорошо. Ребята произвольно ездили, сами ездили там и в Баку на сборы, и весь этот процесс они выстроили сами. Сейчас будем принимать и их опыт, все это мы будем собирать. Понятно, что и в Махачкале, и школа Джафарова, и так называемая школа «Спартак». Сейчас его переименовали в память нашего известного тренера Газимагомеда Ахмедовича. И там ведется хорошая работа. Ну и понятно, что кузница олимпийских чемпионов Кизилюрт. Хабиб Сираждинович проводит неплохую работу. Думаю, что основные вот 3 школы. Ну, сейчас у нас короткая реклама, после которой мы продолжим. Не переключайтесь. Напомню, сегодня мы говорим о развитии дзюдо в Республике Дагестан, о планах на 2019-2020 годы. У нас в гостях президент Федерации дзюдо Республики Дагестан Магомед Раджабович Джафаров.
Ну, о школах дзюдо Дагестана мы поговорили. Вот насколько продолжается сотрудничество с главным менеджером, сейчас так должность называется, Эцио Гамбе, который, наверное, за всю историю российского дзюдо показал самый высокий результат на Олимпийских играх. Не только за всю историю российского дзюдо, я думаю, что за И историю советского. советского дзюдо он показал один из лучших результатов. Ну, мне вообще, честно, большое уважение вызывает этот человек, потому что, придя в сборную и первые 2 года, сделать такой результат, ну, я думаю, это дано не каждому. Это человек ответственный, он профессионал на самом деле, он живет этим дзюдо. Он живет, спит, ест. Все у него только в мыслях от дзюдо. Поэтому этот результат у него есть. А взаимоотношения у нас, конечно, хорошие. Мы, будучи спортсменом, и его ученик был моим соперником, мы еще с 90-х годов знаем друг друга. Отношения у нас хорошие, мы обсуждали все моменты, связанные с федерацией нашей республики. Он обещал мне помочь. Обещал помочь мне и Мансур Исаев, так как это наш олимпийский чемпион. Естественно, это наша икона дзюдо в республике. И все равняемся на него, поэтому будем привлекать и Мансура. Я хотел бы его попросить, чтобы он все-таки принял мое предложение и стал вице-президентом федерации. Я думаю, в этом смысле большую помощь он нам окажет. Вот насколько важна психология для дзюдоиста, потому что складывается такое впечатление, потому что вот Эцио Гамба пришел, увидел и победил. Мне кажется, что он, прежде всего, за счет психологии его ученики, вот сборная России выступила так удачно в Лондоне. И вообще мы этот опыт перенимаем. Вы знаете, будучи спортсменом, у нас тренировочный процесс был абсолютно другой. Мы постоянно были в напряжении, кто из нас попадет на те или иные там соревнования, там чемпионат Европы, чемпионат мира, постоянно был какой-то конкурент. И мы думали только об этом, а не о предыдущих, ну, будущих там этих турнирах. Постоянно результат у нас был плачевный. А Эцио все-таки это выстроил так, что у них сборная страны, у нас это одна единая семья. Все друг за друга переживают, все друг за друга болеют, друг другу помогают. Ну, скажем, один братский коллектив. Это основная психология, которая выстраивается. И все, что связано с его результатом, я думаю, все-таки это долгая, плодотворная его работа. Ну, понять его работу нам очень сложно, потому что там не обязательно, что ты чемпион страны, и ты поедешь там на определенный турнир или там на чемпионат Европы и чемпионат мира. Он все это смотрит в процессе сборов. Все это отслеживает. Потом, конечно, все эти турниры большого шлема, там он смотрит, как себя чувствует спортсмен. И как он угадывает с этими медалями, я просто понять не могу. Для меня это просто тайна за всеми печатями. Может, у него какие-то другие требования? Ну, я думаю, что да. Я еще в это не вникал. Вот сейчас вот я собираюсь съездить в Москву, с ним пообщаться. Может быть, что-то он мне подскажет. Потому что это человек открытый, тем более он относится к Кавказу. Особенно потому, что все первые медалисты были, ну, это обозначать, наверное, не стоит. Все-таки мы выиграли. Ну, так сложилось. Так сложилось, что наши ребята, там, 2 дагестанца и парень там Самавира, дали первые 3 медали. Ну, и у него особое отношение к нашим ребятам, потому что наши ребята, они трудоспособные, очень внимательно относятся ко всему. Все, что связано с дзюдо, там, отдаются полностью. Скажем, там, у них нет другого, кроме вот именно этого направления. Поэтому он оценивает наших ребят как профессионалов. Может, стоит его приглашать сюда к нам почаще, потому что были времена, когда он приезжал и в Кизыл-Юрт, и в Махачкалу, давал мастер-классы. Ну, мы будем просить Ислама, Мансура Исаева, Тагира будем просить, чтобы они уговорили его. Все-таки это их были предложения, он им никак не смог отказать. Я думаю, что при личной беседе я его попрошу об этом. Думаю, что он нам не откажет. Какие старты основные ждут дагестанских дзюдоистов в этом сезоне и на кого мы вправе рассчитывать, кроме, может быть, Абдул-Джалилова, потому что он уже опытный парень, член сборной России. Есть еще звездочки? Может быть, с Звездочки. прицелом на 2024 год? Ну, я думаю, с прицелом на 2024 год все-таки. Ну, те-то старты, которые проходят внутри страны, они понятны.
там, чемпионат страны, там, зональные там, первенства какие-то. Мы будем исходить из этого. Да. А звездочек сейчас. Ну вот парень в 60 килограмм. Я фамилию правильно не помню. Гамзат, по-моему, зовут, чемпион страны. Сайрбеков, чемпион Европы по молодежи. Да, чемпион Сайрбеков. Европы. Вот у нас еще одна звездочка загорелась. Будем сейчас работать и над ним, помогать всячески, как только можем. В принципе, мы готовы. Он и так у нас член сборной. Думаю, только... Ну, говорить о двух людях, это будет несправедливо. Пока еще мы не разобрались, пока мы только вникаем во все это, пока мы смотрим, кого можем готовить на будущее, кто у нас даст результат. Я думаю, что это в ближайшее время все это будем знать, и я думаю, вы нас еще раз пригласите, и мы вам все это расскажем. Ну, у борцов так сложилось, что год начинается с Ергенского турнира, чемпион этого турнира выходит на чемпионат Европы, а чемпион России выходит на чемпионат мира. Как с этим обстоят дела у дзюдоистов? Вы знаете, ну, это все на решение нашего главного менеджера. Я же еще раз говорю, там не значит, что условно там у нас несколько турниров большого шлема. Понятно, если там... Рейтинговый, естественно. Рейтинговый выиграл Париж, выиграл там Дюссельдорф. Тебе там дает определенные очки, и ты там... Понятно, что поедешь на чемпионат Европы, чемпионат мира или Олимпийские игры. Но если там не отобрался, то о чем можно говорить? Ну, о тренерском штабе, естественно, республиканская сборная. У нас 4 категории, юноши или 3? Юноши, молодежь и взрослые. 3 категории. Да. Кто руководит сейчас этими категориями? Взрослая категория у нас руководит Магомбек Алиев. Юношеская, молодежная у нас Алиев Шамсудин. Шамиль Шамсудин, по-моему, да? Шамиль Шамсудинович. Да, и по юношам, по-моему... Как же его фамилия? Гамзат парень. Я уж фамилию точно не помню, пусть он меня простит. Да, вот эти 3 категории, вот эти 3 тренера. Да, они работают, они достаточно опытные. Алиев Магомбек, он у нас и участник Олимпийских игр. Бронзовый призер чемпионата. Да, бронзовый призер чемпионата Европы, там, чемпион Союза, чемпион Спартакиады. Человек, конечно, с большим опытом. Да, и пока других людей на это место мы не видим, потому что мы ему благодарны за его работу. Можно то же самое сказать и Али, и Шамиле Шамсудинович, человек, тренер Абдулджалилова Абдулла. Человек полностью отдается нашему виду спорта, он постоянно находится в спортзале, на сборах, на турнирах. Все, он... Ну, а Гамзате говорит, Гамзат Юсупович, молодой парень, мы с ним вместе боролись, он сейчас отвечает за юношескую сборную, как я понимаю. Ну, все достойные кандидаты, в принципе, ну, находясь на своих местах. Ну, в любом случае, мы сейчас будем ставить задачи и потом будем спрашивать с них за эти результаты. Потому что уже так не будет, что тренер там подготовил ученика, и на чемпионате страны у нас одна медаль. Это совсем неправильно, я думаю. Вот конкретные какие-то планы будут поставлены перед этими наставниками 3 сборных? Федерация будет ставить, требовать от них? Конечно, конечно. Для начала внутри страны чемпионат страны для нас очень важен, как минимум. Хотя бы 2 медали, взрослый чемпионат страны по молодежи, ну это подготовительный к взрослой жизни, скажем так, в дзюдо, по молодежи 3 медали. Ну, и там юноши, естественно, будем определять медальный зачет. Ну, у паралимпийцев Дагестана также неплохие показатели. Они также готовятся параллельно к своим играм. Да, ну паралимпийцы у нас, скажем, показатели куда лучше, чем у... людей, ну, с возможностями. Ну, все-таки паралимпийцы у нас, и олимпийские чемпионы есть, и чемпионы мира. Эта плеяда у нас, она у нас продолжается. И я думаю, что все-таки упор делать будем не на паралимпийцев. Просто я по фамилии не знаю тех ребят, которые сейчас готовятся к чемпионату страны или к чемпионату мира. Мы со всем этим будем разбираться. Я, к сожалению, только приступил к этим обязанностям. Пока что я дал поручение нашим вице-президентам, чтобы они там занимались селекционной работой, чтобы они все это выяснили, как ведется процесс тренировки, к чему мы там готовимся, кто у нас там, те же звездочки, которых мы можем там с 8-9 лет полагаться и расти его. Потому что если мы с этого возраста не будем расти, то взрослой сборной делать нечего. Я думаю, что там ничего не вырастет. Первый самый главный старт в этом году для наших дзюдоистов. Я думаю, чемпионат страны.
чемпионат России. Мы будем готовиться к этому мероприятию. Я думаю, что там будет какой-то результат. Ну, мне остается пожелать тебе здоровья, успехов нашим дзюдоистам в этом предолимпийском сезоне и побольше, наверное, медалей на чемпионате России, откуда все и начинается. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Напомню, сегодня мы говорили о развитии дзюдо в Республике Дагестан и о планах на 2019-2020 годы. У нас в гостях был президент Федерации дзюдо Республики Дагестан Магомед Раджабович Джафаров. С вами был Гаджимурад Зиодинов. Всего доброго. Увидимся через неделю.